честь кого назовут аэропорт в Новом Уренгое. Представитель «Газпром-ДБЧ» Ямбург Владимир Миронов принял участие в круглом столе, где обсуждался этот вопрос. Аэропорт газовой столицы, единственный из ямальских, вошел в число 45 аэропортов страны, которым присвоят имена выдающихся людей России. На первом этапе региональные общественные палаты формируют списки кандидатов для голосования. В Новом Уренгое пока предложили 7. Все они так или иначе связаны с газовой промышленностью. Это известные геологи, управленцы, ученые. Благодаря им были открыты и разработаны уникальные месторождения. Этот проект общенациональный, и проголосовать сможет любой житель страны. Интернет-площадка, сайт «Великие имена России» скоро станет доступной. Нужно смотреть на заслуги человека, на то, как его знает население города Новый Уренгой, на то, как именно население города Новый Уренгой считает, какой вклад внес данный человек в развитие города. И исходя из этого голосование происходило. Ни на какие другие признаки ни в коем случае опираться не надо.